Заключительный этап конкурса «Молодой предприниматель Камчатки 2017», а именно торжественная церемония награждения «Бизнес-бал», состоится 10 февраля в 18:00 в ресторане «Колизей» в Петропавловске. На нем объявят лучших представителей бизнеса из числа молодежи в 14 категориях. В этом году это будет 5-й юбилейный год. За это время очень много предпринимателей, как сказать, прошли уже через этот конкурс. Многим это помогает и стимулирует для дальнейшего ведения бизнеса и развития. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, молодежного правительства и Ассоциации молодых предпринимателей Камчатки. Принять участие в нем могут бизнесмены от 16 до 35 лет. Стоит отметить, что каждый год организаторы конкурса приглашают особых гостей, которыми являются представители различных министерств и корпораций. Так как это молодое сообщество предпринимателей, мы стараемся их знакомить с более успешными уже предпринимателями, состоявшимися в предпринимательской среде, и с представителями ведомств, которые непосредственно помогают и способствуют развитию бизнеса. Посетить бал может любой желающий. Для этого лишь надо приобрести билет. Купить его можно в ресторане «Колизей», в кафе «Барака», в «Мил-кафе» в Голланд-Сити и в агентстве «Просто» на Ленинской, 59. А если вы решили поучаствовать в конкурсе, то прием заявок еще идет. За дополнительной информацией вам нужно позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах. Если ты успешный, веришь в свои силы, уверен в своем бизнесе, приходи, заяви о себе, будь примером для молодых.